Ага. Да что вас разорвало? Приветствую уважаемых подписчиков, а также зрителей данного видео. У вас сейчас на экране город Малджо и город Риверсайд. Персонаж находится вот здесь на перекрестке, в этом здании. Здесь, похоже, магазин одежды какой-то был. Сегодня план на серию надо будет сделать покушать. Я организую здесь небольшую столовую рядом с заправочной станцией. А потом пойдем посмотрим, что у нас есть вот в этом здании. Еще хотелось бы посмотреть, что есть в контейнерах мусорных. Может быть, там есть конфеты, может быть, мусорные пакеты. Ну а после этого будем выдвигаться уже на основную базу. Я подъеду вот сюда к линии электропередач, брошу здесь машину, возьму те вещи, которые надо будет взять, перенести на базу, на основную. Пойдем по линии электропередач. Здесь я поставил себе маячки. И свернем к базе и будем расквартироваться здесь. Ну, точнее, будем раскладываться, она уже расквартирована. Раскладываться, смотреть, что здесь, может быть, какие-то овощи выросли. Посмотрим. Так, я надеюсь, сегодня у нас будет без эксцессов. Никаких этих кошмаров. Да, все, порядок. Давай выключать. И поставим. Не, пока не буду ничего ставить. Тут где-то зомби рядом. Пойдем, ладно, готовить. Я попробую там у заправки себе организовать столовку какую-то. Типа импровизированную. Наверняка все не влезет. Ну так и есть. Так, давай посмотрим, чего. Мы живем 1 месяц, 2 дня и 5 часов. Убили 588 зомби, весим 50 килограмм и набираем вес. Ну, нормально. Так, и, наверное, надо будет микроволновку взять из тетки. Машину тетка назову, пусть будет так. Так, что в округе? Так, ну вроде норм. Вроде тишина. Так, сюда поставлю ее. Здесь удобно будет довольно-таки работать с ней. Так, а еду покидаю в холодильничек. Арахисовая паста. Прям супер. Так, что будем готовить? Наверное, надо будет сбегать сейчас сюда за котелком. Так, у меня перегрев, небольшой перегруз. Значит, что-то не доложил. Давай еще сюда закинем рис, который я взял. И... вот сахар. Это сюда положу. Это тоже все сюда положу. О, кстати, тут есть готовая еда. Почему бы не съесть ее? Ну да. Так, и горчицу с... Нет, давай в этот... Давай все в одно класть. Не надо класть все в разное. Так, ну вроде нормально. Разгрузились, перегрева нет. Порядок. Пойдем сейчас сюда возьмем котелок. Вот тут какая-то группа небольшая. Ну как небольшая, такая приличная. И сготовим рис. О, застывшее тело. Так, так, так. Вот он, котелочек у нас тут. Так, и что-нибудь еще есть? Ну, это есть все. Да, давай тоже туда сковородки покидаем сразу заодно. Калка. Опа. Нормально. Забыл. Каким-то образом. Бывает, ты тоже. Я человек. Что ты хочешь от меня? Бывает такое, я тоже. Так. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Возьми-ка. Не-не, не надо вставать. Так, наполним. А что, нету воды, что ли? Фига себе. Воды нету. А еще один можно наполнить? Давай еще один наполним. А еще есть? Нет. Так, а может быть здесь в туалете еще можно взять воды? Давай. Наполним все. Так, это нам не надо. Миску наполним. Вот, кстати, из миски можно так, чтобы не расходовать. В котелок нальем, и можно будет рис сделать. Так, и что тут у нас? Тут ничего. Хорошо. Пойдем назад. А, погоди, здесь точно ничего нет? Да. Вот тут уже приклеиваются эти мухи. Уебываются на стекле. Так, сейчас надо будет риску сготовить.
микроволновки. Ну, для начала, наверное, надо будет этот включить. Геник. Отлично. И, ну, давай готовить. Так, так, так. Вот котелок риса пошел в работу. Так, что еще тут можно добавить в него? Открытый банк тунца. Зачетно. Вяленое мясо не хочу добавлять. Солонину добавлю. Открытый чили тоже добавлю. Так, и что еще можно добавить? Горчички? Ну, давай тоже, почему бы нет. Так. И ты знаешь, я вот помню, что рис вроде быстро готовится. Но это не точно. Лучше перебдеть. Так, на готовку. Давай на 15 минут зарядим. Если что, можно будет еще 5 минут подождать. Так, и надо выложить лишнее отсюда. Чипсы, рис. Ну, в общем-то, вот и все. Да, сковородки тоже сюда, наверное. Так, подожди, игра, ты что делаешь? Клади все сюда, не надо все куда-то там в разные места класть. Вот, да, сюда все клади. Так, сковородка. Что-то еще отсюда можно выложить? Назад посмотри. Вроде все тихо. И горчицу сюда. Так, давай глянем краем глаза. Мало ли. Да, смотри, все. Зашибись. Ну, супер, че? Давай поедим, почему бы нет? Вроде вкусная. Да, вроде заряд. Пошел бодрости. Пойдем смотреть, что там у нас за перекрестком. А за перекрестком у нас тут вот что. Ну что, придется окучить их. Так, мне кажется, что вот здесь где-то у... Да, у магазина, смотри, двое сразу. Давай их окучим по-быстренькому, чтобы... Да давай уже добей этих двух. Ух ты, ё-моё. Ну нет проблем, сейчас мы с вами будем решать этот вопрос. Давайте к стеклам, ребят, подналипаем вот сюда. Тихо, тихо, тихо. Отлично. Вы можете уже назад лезть, обратно. Смотри, он почти меня ударил, да? Вот сволочь такой, ты подумай. Всегда используй, да. Есть какие-то препятствия, используй все, что есть. Так, ну и здесь у нас что тут осталось? Фигня осталась. Сейчас разберемся с ними. Но я знал, что он там за стеклом, естественно. Что я, деревяша, что ли? Я все знаю, что тут происходит в округе. Давай, давай, детка. Не тушуйся. Мочи их. Вот, хорошо. Не, это что-то уже... Ну, я вижу, как бы они соединились. Это не очень хорошо. Но мы сейчас это разберем. Разберем это. Это не проблема. Он толкнул меня, слушай. Толкнул, толкнул. Нормально. Так, окучили. Давай дальше смотреть, что тут было. Последний. Что-то лаги какие-то. Последний герой, давай. Вот тут у нас два бойца. Один владеет ломом, а другой так. Пьяный тайский стиль. Руки вперед. Так, ну, надо посмотреть, в общем-то, да, что тут поупадало. Ну, возьму, почему бы нет. Че добру-то пропадать, правильно? Так, вот тут тоже есть какая-то штука. Нужная нам. Так, сникера серые. Но это нам не надо. Так. Голубенькая футболочка. Но, видишь, рваная вся. Джинсы тоже рваные. Ну, ничего интересного, да. Свитер рваный. Ладно. Но чекнуть надо было. Мало ли что. О. Фартук с пифа. Пойдем через дорожку. А, кстати, машинки тут тоже надо проверить. Вот, смотри, тут группа уже ждут нас. Так, я вспотел. Это не очень хорошо.
Это надо поправить. Хорошо. Ой-ой-ой, это вот как это? Так, так, подожди. Давай, надо перегруз сначала убрать. Перегруз уберем, а потом начнем окучивать. Да, вот так будет неплохо. Ну, многовато как бы. Сейчас одного по центру ударю, и эти с флангов сразу меня завяжут, правильно? Ну, не надо так делать, естественно. Ага. Да что вас разорвало? Бляха-муха. Вот это мне очень повезло. Блин. Вообще нереально повезло. Она прям откинула уже рукой. Это могла быть царапина. В легкую. Так, ну ладно, давай бежим это все. А, так тут двое вас. Зараза такие, а. Невозможные. Блин, опять промокло. Ну, мокрое полотенце. Че, я не могу ничего с этим поделать. Кстати, там полотенце-то еще одно было. Ой, ну ладно, тут что-то... Это что такое? Что это у тебя? Или это тут... Да, копье с чем-то там. Отвертка, что ли, какая-то? Или что это? Нож охотничий, походу. Копье с охотничьим ножом. Дыхло просевшее. Фигово. Блин, еще через эти ветки пролез. Да ладно, может, добьешь их как-то? Ну, слабо будет бить. Очень плохо. Сейчас могут завязать меня. Ладно, добью. В машине сейчас тут посидим, отдохнем. Сейчас в машине посидим, отдохнем. Так, что тут у тебя было? С ножницами копье. Ну, нормально. Сойдет. Так, что здесь? Это можно, кстати, на тряпочке разорвать. Ой-ой-ой. Девочка из колодца. Не добила? Невероятно. Понятно. Ладно. Неупокоенные тут ходят разные. Давай, братан, приляг на землю. Сейчас все быстро закончится для тебя. Хорошо. Так, ладно, что у нас получается? А, не-не-не, ну-ка достань оружие. Так. Ага, ну, этого следовало ожидать. Ага. Понятно. Ну, это нет смысла там открывать лишний раз что-то. Ну, такое себе. Ладно, давай. Типа спасибо. Это, пожалуй, сюда уберем. Так ты хотел вроде посидеть, отдохнуть. Да, давай-ка присядем, не надо мучить себя лишний раз. Парочка минут никого тут не устроит. Вот так вот, вот это уже хорошо. Давай, нагибайся. Нагибайся, хорошо. И вот так вот. Ага. Нет. Хотя свитерок ты вот не чекнул до конца. Так, ну этот пока там будет стоять. Хорошо. Да-да-да. Ты можешь прилечь. Так, этого порвать на тряпочке. А, он так не рвет, да? На ходу не рвет. Ну, где-то что-то кто-то еще вроде хрюкает тут. Да, тишина. Микроволновку надо взять будет, домой туда отвезти. Так, ладно. Так, и там ножницы лежали. Ну, нормально.
Так, радио разобрал. Это порвал. Вроде тут тихо. Так что порядочек. Блядин. Ты знаешь, можно, конечно, взять. Да ну нафиг тебе не нужны. Да, холодильник надо чекнуть. Ух. Да, Болт Иваныч. Понятно. Болт Иваныч, да. Тишина. Так, все, идет вход. Еще раз тут пусто. Слушай, можно взять кулер с микроволновкой, туда отнести к себе. Ну, типа к столовке. Давай сгоняем. Вот тема. Так, а кулер ты сняла, и что он у тебя так вот просто? Где кулер? Вот, вот это вот сюда. Возьми. Где кулер? Это не то. Так. Что за фигня? Где кулер? В руках, что ли? Нет, ну это в одной руке микроволновка. А кулер где? А, вот он. Блин, это пипец какой-то. Ой! Простите, пожалуйста, я тут мимо проходил. Чуть не въехал в этих двух дураков. Так, ладно, давай сюда поставим кулер. А, ну сначала надо из рук его вынуть, правильно? Да. Сюда воткнем. Пусть стоит тут. Супер. Так, а что-то я этот-то не выключил. Давай выключим его. Зачем? Он сейчас нам не нужен. Да. Там кто-то стучит. Да и хер с ним. Неинтересно вообще. Пусть стучит. Да, кстати, слушай, у меня надо проверить мне это стекло-то. Может, у меня подписчик один говорил, что стекло там разбито. Так, может еще тряпки сюда покидать? Сразу заодно. Ну, можно, но не все. Так. И надо будет самое забрать будет из этого здания. Там у меня есть детали, лежат радиодетали. Теточка, давай. Да, смотри, стекла нету. Офигеть. Стекла нет, это плохо. Что-то как тяжело идет по анимации. Так, пойдем заберем радиодетальки. Ну, это мне не интересно. Да, вот это. Топор, топор, топорыч. Ты знаешь, можно взять его, конечно, домой там отремонтировать. Ну или, не, лучше, наверное, сюда взять клей, подвести и отремонтировать. Да, сюда его закину. Кто-то, это, стучится. Кого-то там заперли. Топор сюда и давай, в общем, покидаем все на машину. В машину эти детали. Так, главное, чтобы сейчас меня никто не цапнул. Ой-ой-ой. Да, стекла-то нет. Чё с вами сегодня происходит, зомбаки? Ещё есть? Вроде нет. Ну, отлично. Давай, короче, закидывать еще раз. Алюминий. Эта штука. Это тоже сюда пойдет. Не-не. Где там этот канистр-то? Вот. Давай. Порядку. Вот это, вот это, вот это. Вот это, вот это, вот это. Это все сюда положим. Медведя. Ой, то есть нитки оставим пока. Лампочку тоже сюда. Что еще интересного можно положить? Пакет мусорный положим. Ну и нормально. Вроде разгрузились. Ой, блин.
только я хотел выйти, и тут нарисовалось еще кое-что. Так, сюда вот, да? Да. Это тоже сюда положим. Лампочку тоже сюда. Потом будем это... забирать все это отсюда, когда приедем домой. Так, пойдем посмотрим. Ё-моё. Откуда вы тут? Что такое? Зомби. Откуда вы здесь? Я хотел тачки глянуть. Чекнуть. Вот тут стоит этот дарт зеленый. Надо посмотреть его. Так, ну вроде тихо все, да? Ага, Болт Иваныч. А чё машина у тебя работает? Да она на холостом ходу, не жрет почти ничего. Забей. Так, багажник открыт у нее. Понятно. Так, что тут у нас? Домкрат есть. Вот это уже интересно. Так. А тут что лежит? Ничего. Понятно. Так, давай таксишку. Я ее, по-моему, таксишку-то я смотрел, да? Да, я ее открыл. Сумочка тут лежит. Так, и что тут лежит у нас? Пустая бутылочка. Закрытая машина. Так, ну давай глядеть, что здесь. Ничего. Понятно. Ну, ладно. Что делать? Такое тоже бывает. Это нормально. Тетя в берете была. Теперь без берета. Теперь была тетя. Так. Машину там посмотреть. Ну, давай на тачке сразу туда подъедем. Можно будет, наверное, выдвигаться, если что, там нет ничего. Или давай у заправки ее дропнем, что ли? Я даже не знаю. Да, давай пока тут... Ну, только это тогда получается не это. Я ее не смогу заправить. Потому что сторона заправки с той стороны. Тогда мы вот так подъедем. И вот так будет нормально. Все тут нормально. Оставляем. Пойдем смотреть машины. Посмотрим, что там в машинах. Может, там есть что-то интересное. Да, еще вот там надо посмотреть эти мусорные контейнеры. Может, там тоже что-нибудь есть. Так, ну давай с дороги уйдем вот сюда, в сторонку. Не надо там у дороги засорять. Дорогу лучше свободной держать. Ага. Багги джинс вообще не интересно. Так, что вот это за машина? Дергай, дергай. Отлично. Давай посмотрим. Карандашки какие-то. Багажник открыт. Ничего интересного. Давай здесь посмотрим. Чекай, чекай. Так, зомбарь далеко там? Где-то тут рядом, вот он. Отлично. До свидания. Так, хорошо. Хочу проверить на всякий случай. Вроде тихо все. Вроде все хорошо. Давай проверим, что тут. Ничего интересного. Не, ну макияж как бы, зачем он мне? Макияж мне не нужен. Пустая бутылка, большая сумка. Ясно. Давай посмотрим вот эту голубенькую Ниалу. О, она открыта, ключей нету. Так, бумажник, зажигалка, спички. Это в рюкзачок. Багажник открыт. Давай чекнем. Вот я возьму. Это, кстати, можно заправить сейчас будет это. Так, а что тут, какая-то беседка или что это? Да, беседочка какая-то. Так, что здесь? Болт Иваныч. Так, вот эту красную Ниалу еще дернем. Может, что-нибудь интересное есть. Так, ну домкрат нашли уже, отлично. Закрыто. Ну, ясно, что делать. Закрыто так закрыто. Так, да, багажник откроем. Антидепрессуху возьмем. И почекаем, что здесь. Ничего. Давай через дорогу к этим, к мусорным контейнерам посмотрим. О, а тут смотри, еще какая. Дарт стоит, по-моему, да? Это что это? Не, это такой же, как у меня. Прям один в один. Так, ладно.
Бунтяк 6000. Так. Ну, печаль, что я тебе могу сказать. О, он открытый. Ну, отлично. Ух ты, вот это супер. Это вообще долго не живет. Так, и все, да? Ну, ясно, я не могу. Не, можем, конечно, чекнуть, сколько, какой уровень навыка нужен на это дело. Снять. Нет, это, во-первых, у меня нету журнала прочитанного на стандартный тип автомобилей, так что все печаль. Так, давай здесь посмотрим. Спифа кар. Блин, спифа пустой. Печалька. Но есть ключики от спифа. Ну, ты знаешь. Почему бы нет? Да, я оставлю ключи так, в зажигалке. Пусть будет. Если что, есть спифкар. Ну, а проклятая машина это. Я уж говорил. Так, вроде все прочекал. Да, вроде все прочекал. Давай канистру заправим. Канистру топлива заправим. И поедем, наверное, домой уже. Надо выдвигаться. Надо посмотреть, что там с этими грядками с моими. Так, тут зомбарь еще стоит. Где-то рядом. Я боюсь сейчас ускорять. Ну ладно, давай ускорим. Вон он там стучится. Что делать? Придется так ехать. Ничего не поделаешь. С разбитым окном. Фигушки, да? Понятно. Вот, у меня еще ломик есть. Так. И что теперь? Ну что, будем с перегрузом. Что теперь? Так, пойдем этого зомбаря найдем. Окучим его. Он тут так и будет. Да, он, походу, вот здесь вот. Он уже прямо у двери стоит. Вон он. Хорош. Но это одиночный. Слышно по количеству звуков. Это вообще не проблема решить это все. Так, ключи есть и... Опс, опс, тихо-тихо. Как бы оттуда еще не вывалилась куча. Давай выбежим. Ага. Ну, кстати, тут это, мусорный контейнер еще надо чекнуть. Вот оттуда еще откуда-то идет. Тихо, тихо. О, ламы вкачались. Неплохо. Ламы вкачались, это отлично. Так, еще где-то стучат. Не, вот эту открой. Свет включил зачем-то. Ой, тетенька. Голова перевязанная. Все, ты прилегла. Так, понятно. Да, все убитое. Наглухо. Ну ладно. Нормально, в общем, результативно. Давай уже домой, уже сонливость тут появилась. А, стоп. Надо геник вырубить. Чем тут лишнее топливо жрать? Не, генератор выключи. Она свет выключила. Ё-моё. Что тут у вас происходит? У меня сонливость уже. Ой, ребят. А, я не могу сесть в машину. Блин, да что происходит сегодня такое? А, вы просто невозможные. Сейчас я... Да, я сейчас не успею ехать. О, так тут еще один лом. Нет, тут надо разобрать. Надо разобрать. Ничего не поделаешь. С сонливостью придется разобрать вас. Господа, давайте по одному. О, нет, это не очень хорошо. Давай у машин. Давайте вы тут застрянете. Вот это хорошо, да. Я пока вас поокучиваю здесь. Главное, чтобы... Тихо-тихо-тихо. Давай вот так вот еще разок. Ага, да, вот, правильно. Блин, там еще один приперся. Да, не совсем это удобно, конечно же. А этот вообще что-то встрял. Какой-то странный. Нет, много. Что-то откуда вы тут беретесь-то, алло?
Откуда вы тут беретесь, деревяшечные? Вот сейчас она вообще отлично раскладывает их. Да, неплохо. Лом возьму. Лом нужен. Я, наверное, к топору его уберу. Топору уберу, будет хорошо там ему. Они вместе подружатся, в общем-то. Тяжело идет, тяжело идет. Да, сонливость проявляет себя, конечно же. Ну, лишний раз, как бы это... Ой, часы были, да, вроде? Ага. Разобрать штучку. Разобрать одну штучку. Так, вот ломик у нас тут лежит. Джинсуха дырявая. Сникера, ну, тоже дырявые. Джинса дырявая. Еще одна дырявая джинса. Это вообще неинтересно. Еще дырявая. Так, ясно, ладно. Слушай, я сегодня не уеду, что ли, отсюда? Вообще никак. Так, вот, давай закинем сюда этот лом. Один лом в руках, один... А, погоди-ка, а что у меня в руках за лом? Вот как раз этот лом давай сюда, а вот этот на спину. Да, вот так будет правильно. Правильно? Да. Все, давай валить домой. Ну как, тетка сходу завелась. Эх, сейчас, ну чё, я вообще не люблю болтать, когда езжу. Давай радио включим. Так, ну да, вот это вроде похоже на то место, ну, то есть на линию электропередач. Вот оно идет сюда и сюда переходит. Да, вот это вроде оно. Так, вон, давай здесь остановимся. Сюда вот поставлю ее. Так вот. Так, что будем забирать? Да, все будем забирать. Холодильник будем забирать. Где там еще одна часть? Холодильник есть. А, здесь копье оставлю, наверное. Домкрат тоже. И канистру. Канистру с бензином возьму. Да, вот это забираем. Так, то, что сюда не влезло... А, это остается. Так, вот эту микроволновку я возьму. Тут много чего надо взять-то. Да, тут дофига чего надо взять. Тут придется, наверное, еще раз сюда топать. Посмотрим, сейчас, может, все-таки все влезет. Большой цветочек. Да. Веревочка... Да, в общем-то... А, все, больше не лезет ничего. А, нет, тут еще журнал влез. Ладно, что, поперли потихоньку домой. По дорожке здесь. Так. Вот, пойти сюда. И что, нет? Ты не хочешь идти сюда? Конфета моя, давай. Она не хочет идти. Что такое? А, вот, все, пошла. Наконец-то.
Так, да, вот по этой вот линии электропередач сейчас дойдем до дома потихоньку. Можно ускориться, кстати, почему бы нет? А то она что-то там подмерзать начала. Но тут нет зомбарей, тут глухая, ну, глушь. Вообще глушь. Иногда бегаем, чтобы это не замерзала она. Потому что у нее уже, видишь, сонливость там пошла. А сонливость, это значит, температура тела падает. Вот. Не, ну сейчас-то разогрелись, конечно, что. Она вроде есть, не хочет. Так что нормально должно дойти. Нормально. Сейчас потихоньку дойдем до дома. Разложимся. Так, вот оно заворачивает здесь. Вроде как. Да, да. Да. Все, и идет вот типа на северо-запад, что ли. Куда-то туда. Вот как раз нам туда и надо. Так, дыхло просело конкретно. Естественно, сонливость очень сильная. Это уже все. Изнурение, да. На такой стадии уже не восстанавливается выносливость. Так что 100% сонливости. А я здесь ставил эти себе маячки такие, таблички, чтобы можно было домой пойти. Табличка. Они как раз напротив дома. Главное только не пропустить их. Не, ну я так их ставил, чтобы их видно было. Прямо они на открытой как бы территории так. Ни за елками, ни зачем. Должен заметить их. Вообще без проблем. Они три в ряд стоят. Вот они. Да, ну вот. Вот мы и приехали. Ой-ой-ой-ой-ой. Персонаж-то смотри уже, температура какая. Так, ну надо срочно печь будет зажечь. Холодильник поставим, надо печь зажечь. Только я не знаю, у меня получится вообще холодильник сейчас из рук вынуть. У меня там такой перегруз. Холодильник-то он вроде как у меня в руках. Еле идет, бедняжка моя. Так, ну чё, грядки тут? Вот эти поспели некоторые. Это вон я вижу, гнилая тут что или что это такое? Вот это. Так, ладно, давай закидывать сюда. Так. Вот это идет сюда. Теперь, ну, наверное, так, тут у нас 24 на 35. Тоже сюда. А, нет. Давай, наверное, кожаные ремешки покидаем к одежде. Правда, места нет, но на землю можно сбросить. Пойдет. Микроволновку, я думаю, поставить вот сюда вот. Почему нет? Все довольно-таки будет удобно. Цветочек. Цветочек, цветочек. Давай цветочек вот сюда поставим. Вот. Пока что. Так, холодильник надо из рук достать. Так. Так, не, подожди, если ты его так сделает. А, ну ладно, пусть будет так. Но это мне надо будет один взять вот так вот. И только после этого я смогу его поставить вот так. Давай. Так, холодильник есть. Давай печь разжигать. Не-не, какая канистра с бензином? Вот, рваные тряпки и спички. Отлично. Так, давай дальше разгружаться. Электронные запчасти. Так, это потом. Да, вот это тоже сюда. Канистра с бензином тоже сюда, наверное, положу пока. Батареечки. Котелочек. Это на печь. И уже практически все. Да, 17 тут осталось. Так, давай вот это. Тут у нас оружие. Вот это уберем сюда. Тут еще один лом дополнительный у меня есть, нет. Дополнительный лом. Это мы потом сделаем. Вот этот шнур, это надо будет делать эти ловушки. А можно на самом деле тоже часть этой электроники сюда покидать, потому что там уже нет места просто. Не, ну только не это. Антидепрессант это надо будет
фармакологию сюда вот положить. Она уже еле ходит, бедная. На самом деле ей уже просто надо упасть в кровать и все. И забыть про этот страшный сон. Так, это сюда, да. Лампы. Ну, такое себе. Нормально сходили. Более-менее. Так, а шнуров сколько у меня есть? 2. Ну, что делать? 2 шнура тоже хорошо. В следующий раз начнем уже эти делать. Ловушки. Силки. Так, бета-адрен... Показалось, как будто рычание зомби показалось. Бета-адрен-блокаторы мне сейчас не нужны. Ой, то есть там будут нужны... Так, сигареты. Сигареты выложу туда. Давай, слушай, сразу полить это часть. То есть, той. Сишки. Сюда. Ага. Не, ну понятно, морковь мы не будем поливать, а вот брокколи надо бы сразу. Так. Это брокколи, правильно? Да. Тогда, значит, полить. Потому что брокколи может просто-напросто сдохнуть. Пока я тут спать лягу. Ну, неизвестно. Могут. Они уже тут столько времени не терпелись. Так. Кончилась водичка. Я не могу бегать. Она не бегает сейчас. Она не может бежать. А что, у меня один опрыскиватель, что ли? Второй где? Выложил уже, что ли? А, вот он. Стой. Да, вот тоже положим. Вот, почти и все. Нормально. Сойдет. Да, фигово, конечно. Растением было. Тут это время, пока меня не было. Настрадались. Ну, чего, теперь уже я здесь. Морковь, конечно, не поливаем. Она растет без этого хорошо. Без полива. Так. Ну, вроде все. Да, это морковь. Брокколи вроде полил. Да. Ну и морковка, вот смотри, у тебя, у меня раз. Вот раз там. Давай, ладно, завтра посмотрим. О, смотри, прям сразу зашло. Вай-вай-вай. Так, и можно спать ложиться. Перегруза нет. Много хочет есть. Ну, ничего, это не проблема. Завтра разберусь дальше. Раскидаю здесь. Так что... Единственное, что... Это, конечно, она долго сейчас будет дрыхнуть. Давай поставим будильник. А то он тут 12 часов кряду будет спать. Проснемся. Ну, давай часов... Да можно на 11 поставить. Нормально выспится. Я с тобой прощаюсь. Будь начеку и всегда наготове. Ибо враг твой зомби. Всегда ищет, кого бы сожрать.